Но прежде всего, я из того региона, где убивают реально людей, убивают детей, убивают брат брата, воин воина, христианин христианина. Поэтому первое – это прекратить АТО, антитеррористическое, все эти дела, каких там террористов нету. Это самое страшное братоубийство, война, гражданская война. Поэтому это первое – прекратить, это просьба. Потом сесть за переговоры всем, кто... от кого зависит мир на Украине, единство Украины. Это прежде всего. Потом уже можно говорить о других вещах. Сохранить Украину, сохранить единство всей церкви Московского патриархата, обратиться к миродержателям, которые являются авторитетами для тех, кто... организовал войну и бойню на Украине. Это президенту Обаме. Поблагодарить святейшего патриарха Кирилла за его молитвенную, неустанную молитву о Украине, которая в сердце его, и он болезнует об этом. Поблагодарить всех, кому не безразлична наша украинская церковь, наша украинская земля. А потом уже сесть об остальных вопросах порешать, о которых мы. И благодарю за проведенный круглый стол.